хочу с вами поделиться тем, как у меня каждая суббота в неделе проходит. Практически каждая суббота у меня такая. Ну, то есть генеральная уборка и все в этом духе. Кому интересно, смотрите дальше. Утро субботы, конечно же, началось исключительно со смены постельного белья. Я заменила его на новое, а это отнесла стирать. Именно так выглядела комната до уборки, в которой все раскидала дочь и также, конечно же, и я, куда же без меня. Отправила все стирать, а вот эту груду замочила. И пока одно стиралось, а другое замачивалось, я погладила. Ну, как-то вот так погладила. И как-то вот так я разложила по полочкам все. Пока раскладывала, я нашла, естественно, ненужные, которые после обеда, вот эти, я должна буду отнести в церковь. Тем временем достала белье, которое отстиралось, и вывесила. Раз. Вывесила два, постирала. И вывесила номер 3, которая замачивала. Вернулась убирать в комнату, вытерла везде пыль тщательно. И, конечно же, все зеркало помыла, потому что у меня ребенок любит пальцем что-то на нем рисовать, а потом это сложно удаляется. Конечно же, убрала якобы пауков, которых в принципе нету, а там хрен его знает. Ну и попылесосили. Дочь была за кадром, но вырывала пылесос. Правда, вот полы мыть она уже не захотела, и мыла полы я сама. Обнаружили, что нету обеда, и я пошла готовить обед. Получился суп довольно-таки вкусный, по словам дочери. Она уже покушала его и поблагодарила. Также я жарила блины. Дочери же не объяснишь, что в принципе жарко и как-то не хочется стоять у плиты. После обеда отнесли вещи, которые собирались. Правда, бачок был заполненный, я еле их впихнула, но все-таки нашла место и засунула их туда. Вернувшись домой, срочно нужно было сделать ужин. Сделала соус для дочери. Ну а помогла мне в этом, конечно же, мультиварка. Все загрузила. Это был процесс, а вот это результат. Конечно же, побрызгала все цветы, а также полила их жарко им ведь. Ну а вот это сейчас покажу вам результат. Не судите строго. На первом окне у меня вот эти стоят цветы. Вот это моя любимая роза, уже много лет живет со мной. А это цветы на втором окне. Я их тоже обожаю. Это же цветы на третьем окне. Кстати, зеркало удачно выдраило. Ну, туда-сюда. А вот это мои любимые самые питомцы. И на четвертом окне у меня кактусы. Ну, кактусная я душа, что сделать? Прошла у нас суббота, она была реально жаркая во всех смыслах, нужно было переделать абсолютно все, дел накопилось, домашних очень много, и в принципе практически каждая суббота вот такая загруженная. И плюс ко всему ужасная жара, 40 градусов в тени, но на солнце я там уж не знаю. Так что всем спасибо, кто досмотрел.